Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня я хочу показать вам два биткоин-крана. Как вы знаете, к этой теме я иногда возвращаюсь. Но перед тем, как показать сами краны, еще раз, на сайте prev.com вот курс биткоина. То есть 1000 сатоши у нас 4000 доллара. Это для того, чтобы вы знали, за что вы кликаете. Итак, так называемые вот эти маленькие экраны, они намного выгоднее, потому что дают более часто вот эти 50 сатоши, здесь 50 сатоши за клик, но можно кликать подряд, без остановки. Ссылка на этот сайт будет под видео, смотрите. Кликаем, вставляем, регистрация здесь обычная, только этот сайт принимает биткоин адрес с блокчейна. С ксепа кошелька тут не подходит. Итак, кликаем Climb, вводим вот эту вот цифровую копчу. И еще раз взять сатошики. Вот 50 сатоши начислены. У меня на балансе 950 сатоши. Все. Ждем здесь вот 50 сатоши снова, пока накопится. Это пока несколько секунд. Меньше чем минута. Опять вводим копчу. Опять клаем. Еще 50 начислено. То есть на балансе 1000 сатоши. После того, как набирается вот эта 1000, вывод с самого сайта от 1000, у вас активируется вот эта вот зеленая кнопка. Сейчас я сделаю вывод на FaucetBox. И мы перейдем на тот сайт, на вот FaucetBox. Здесь, к сожалению, вот это не кликабельно. Вам надо будет просто войти в FaucetBox и посмотреть по выводам. Вот это у меня был один вывод до того, как я начал снимать этот ролик, чтобы проверить на вывод. Сейчас давайте обновим мой аккаунт на FaucetBox. И вот на моем адресе появился еще один платеж с этого сайта. То есть вы можете через каждые 1000 сатошиков смотреть, платит сайт или не платит. Потому что с этими накопителями надо быть поаккуратнее, повнимательнее. Проверять каждую выплату. Вот минимальную выплату сделали, видите, на балансе 0 сатошей. И вот эта кнопка на вывод ушла в сторону, и она такая, мутная. То есть вывод сделать нельзя. И продолжаем дальше. Клайм сатоши. Вводим 465. И собираем. Сейчас еще скажу, потому что минут 10 назад здесь эта копча была уродливая до неузнаваемости. Когда попадается такая копча, просто нажимаете вот на этот динамик. Вот на этот динамик нажимаете. Вот здесь видно, да, вам. И он, сайт начинает диктовать цифры. Правда, на английском, но для меня легче эти цифры сюда вбивать, чем эти вот корявые каракули. Здесь копчу поменять нельзя. Давайте сейчас вот кликнем по нему. Думаю, вам будет слышно. Все. И кликаем Climb. Эффект тот же самый. То есть, чтобы не разгадывать вот эти вот непонятные корявые копчи. С этим вот
краником все. Следующий краник, ну, назовем его так, я не знаю, тут до конца еще с ним не разобрался, с претензией на социальную сеть, потому что здесь мы создаем, так сказать, аккаунт, вот наш профиль, тут фанаты, подписчики и все такое, в группы какие-то можно вступать. Ну, буквально где-то полчасика назад я даже с ним не стал там разбираться, что тут и как тут. Каждые 10 минут можно собирать сатоши, и чем дольше вы времени на этом сайте, тем у вас вот этот коэффициент увеличивается. И сатошики за один клайм, за один клик увеличивается количество сатоши. Ну, аналогично, вот у меня здесь капча устарела, скорее всего. Вот освежаем капчу и сюда ее вводим. FY4H. И вот прямо по этому клайму и клаймаем. Что тебе не нравится, не хочешь? А, капча неверная. Ну давайте освежим ее. Что у нас там? Она устарела, скорее всего. И кликаем по ней. Ну что тебе не так? 73 сатоши, вот видим, да? То есть не 66, как базовый, а 73. То есть на какой-то коэффициент тут умножилось и что-то продвинулось. И через 10 минут можно еще раз кликнуть и собрать. Чем выше будет вот этот коэффициент, а он поднимается вот по уровням, вот при наведении стрелки на вот эту зеленую полоску видно уровни, у нас увеличивается вот этот коэффициент. Регистрация здесь простенькая. Давайте выйду с аккаунта. Вот при нажимаем на кнопку Register Now. Здесь username и пароль. Все. Больше ничего тут не надо делать. Два раза логин, пароль. И нажимаем Sign Up. Все, мы зарегистрированы. А дальше уже при выводе будем вставлять в своем аккаунте свой биткоин кошелек и собирать. Забирать то, что здесь накопится. Зайдите, покликайте, походите по сайту. Вот после того, как залогинились, вот нажимаем на кнопку Free Bitcoin и попадаем на страницу, где уже можно их собирать. На этом по этим двум краникам все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.